Я всех приветствую на своем канале, дорогие друзья. Продолжаем прохождение игры Resident Evil 4. В прошлой серии, собственно, нашли мы Эшли. И все, извини, Эшли, случайность. В прошлой серии, в общем, нашли мы Эшли. Попытались эвакуироваться, но, к сожалению, погода плохая, из-за этого не смог прилететь вертолет. Ну, как мы узнали в конце прошлой серии. Поэтому сейчас будем искать другие пути эвакуации или же безопасное место. Мы, кстати, вот этого типа, забыл, как его зовут, да что-то я даже и не запоминал, если честно. Там он один раз, наверное, назывался. Короче, этот тип работает с кем-то. Какой-то девушка под названием Ада, она такая в красном платье была. Типа нам это как отдельное показали. Отдельно от нас. Блять, торгуются, думал. Думал, кто там это. Как-то рычит, типа. Это торговец, оказывается. Понравится. Видел этих мерзких гадов с щупальцами на голове. Мало того, что они опасны, их еще и прикончить непросто. Впрочем, у них есть одно слабое место. Они терпеть не могут яркий свет, например, лучи солнца. Вот почему днем ты их не увидишь. Так что, если любишь гулять по ночам, советую разжиться световыми гранатами. Я всегда держу при себе пару-тройку. Если хочешь, купи у меня схемы, сможешь мастерить такие гранаты. Мои товары. Угу. Но у меня есть световые. Привет. Я обновил ассортимент, друг. Поосторожней с этой вещью. Итак, чем я могу тебе помочь? Полицейское ружье. Тебе о, спецпредложение, давай. Мы держали это для подходящего клиента. За 3000, конечно, беру. Полицейское ружье, блин. Вот как бы да, ну как бы. Но как бы нет, я уже прокачал. Все, что есть перед тобой. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Да не, не хочу нафиг продавать. Тобой приятно вести дела. Славная сделка. Приходи. А, блин, у меня только разные цвета. А он, получается, на два цвета. Мне надо два одинаковых, чтобы его максимально выгодно. Что могу предложить? Мы любим разные блин. Травы. Кстати, они вот и это, лечат, и вот калечат. Это интересно. Они могут все. Ложа для Red 9. До встречи. Вот нет сохра... Не-не. Не-нету, видимо. Печально. Гости. Идем дальше. Не шуми. Ясно. Ладно. Я постараюсь. Донде стайс! Сэ ке стайс ай! Отойди. Да-да. Донде стайс! Подейс коррер! Pero no os podéis esconder. ¿Dónde estáis? ¡Forastero!
Идем на пролом. Блять. Ёбаные твари. Эшли. Бля. Еще и этот зверинец ебаный. Куда ты нахуй побежал, ты, блядь, тварь ебаная? Остановился, блядь. Да, блядь, сиделись. Ну, блядь, и свин заново побежал. Ну вы чё, рофлеры? Все путем? Да, спасибо. Не за что. Стоп, так я могу подсадочку сделать с помощью Эшли сюда? Нет, ну все, окей. Тогда дальше идем, получается. Подожди, блядь. Леон! Да, 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 я тут. Такая, как понимаю, я наверх. Никак не попаду. Ну, блядь. Куда-то на новый попадаю. Блять, ебать ворот. Ты чё, мужик, чё, блядь? Серьёзно?
О, тут, кстати, с этими. Отлично, с квадратными. Это уже лучше. С квадратными, значит, да. Угу, интересно. Три одинаковых дадут больше всего, значит вставляем туда вон ли зеленые. Вот и все, и получается вообще вкусная цена его. Все отлично, идем дальше. Сейчас у нас эта зона откроется. О, проходная. Окей. Допустим. Ну, сверху, кстати, надо открыть обязательно. Обязательно. А тут тихо. И она очень напоминает эти на болоте. Блин, как она? Рыбоферма. Вот эта вот хуйня, короче, вы поняли. Очень-очень напоминает. Podéis correr, pero no os podéis esconder. Sé que estáis ahí. Podéis correr, pero no os podéis esconder. No, no, pues. Отлично. Идем. Ага. Сейчас пробежимся, посмотрим, что есть в общем. ПП. А у меня ни одной ППшки нет. Да. Весело. Ну ладно. Постоять. Черт. Охуенно, блять. Почему я так не могу? 5 желтая трава. Значит, смесь трав делаем. Я пока внутрь не заходил.
эту тему мне нужна. Теперь можно спокойно заходить внутрь. Что это за хуйня? Чёрт, не знаю, что это ваше. На тебе палить. Были вы мрази. Пригнись! Ну ебать, как нахуй. Где вы, блядь? Две нахуй. Вот и будем, блядь, сейчас в догонялки играть, нахуй. Да сколько вас вообще? Одну убил, кстати. Блять. Черт. Ах ты, сука драная. Иди ты нахуй, козёл, блядь. С дороги. Я тебя, блядь, пухану. Пизда, ну нет, ну она сейчас начнет опять эта вся хуйня, блять, да? С катсцены, это ебаный, блять. Блять, это блядство. Так, в пизду я пока в дом не захожу, потом. В доме, кстати, бочка с топливом есть, можно сразу взорвать, как эти две, блядь, шалавы зайдут. С
Кстати, реально. Жди здесь. Что? Сейчас. Давай, давай. Блядь. Интересно, я думаю, то, что ее там никто не... По крайней мере, надеюсь, блядь, то, что ее там никто не найдет. Хотелось бы мне так. Чтобы я сейчас спокойно, без вот этой ёбли про Эш, еще за нее думать, блядь. Спокойненько сейчас отбегаю, убью их. И нормально. Ну все, давай. Let's go. Жесть. Черт, не знал, что это ваше. Дамы, я большой, но все-таки я однолюд. Чего, блядь? Оно не взрывается, блядь. Ну серьезно, ебать. Это пизда просто. Не, я в ахуе с этого полностью. Стоят красные бочки, там, косичные. И они не взрываются от выстрелов. Блядь, смех. Просто, блядь, смех ебаный. Шли, сейчас тебя туда же посадим. Туда. Что? Давай, давай, залезай. Сейчас. Все, теперь забираем спрей. И фигарим всех. Короче, я накидываю тогда гранаты. Вместе с гранатами накину, блядь, еще бомбы на них, вот эти, ну, стрелы, мины. Жесть. Думаю, нормально будет. Так, ну это можно пропустить. Лишнее время только. Иди нахуй. Просто идите нахуй. Я хочу их просто убить сначала, но, блядь, ну это пизда. Я хочу сначала вот этих тварей убить бензопилами. И потом спокойно разобраться со стандартными. Но сосу я хуй, видимо. Вот тут еще, кстати, было. Оказывается, патрон для винтовки. Ой, бля. Короче, пришли, сажай сюда. Что? Давай, давай, сажайся. Я сейчас вот это все заново пробегаю по более оптимизированному маршруту. Все вот это вот забираю.
потом дропаюсь вот сюда. Забирают супербочку. Вламываю тут дверь, чтобы мне было удобнее. И вламываю там дверь. Беру лисичья, нет, спрей. И работаю. Хуяна, блядь. Пока не забыл, еще надо эту штучку забрать. Теперь точно все пока что. Запускаем. Дамы, я польщен. Но все-таки я. Лови подарочек. Вообще пиздец, мощь. Рукоятка, это мы забираем, а из этой чего-то сапфир, не зря убивал. Блять. Ну все, получается. Так, все тихо. За мной. Ага. Сколько мины стоит? Кстати, я могу объединить тут. Одинакового цвета. Так, сколько мины стоит? Ну, точнее, создать их. Прикреп 8. Плюс одна. Да, давай создадим одну штуку. Ну, одну, точнее, вы поняли. Все, вот так вот оставляем. Пусть все вот так вот будет. Вообще отлично. Патроны, может быть, еще, конечно, создать. Не помешало бы. Но пока так оставлю. Ты цела? Да, все в порядке. Вроде бы. Ты молодчина. Умеешь сбегать от стрёмных мужиков. Это у тебя комплименты такие? Блин, неплохо. Прикольный подкольчик, реально. Я надеюсь, они еще перевели, типа, грамотно, и сохранилось изначальный подтекст. Тогда вообще это просто соска-бомба.
На, нахуй, свалилась, блядь. Ничего, бывает. Так, а что там дальше? А, это все неизведанное у нас, понятно. Блин, жаль, я вот сюда типа не могу вернуться. Хочу прям вот это вот залутать с кайфами. Но пока у меня туда нет дороги. Ладно, идем. Идем. Ёбаный стыд. Бля, мужик, извиняй. Не спецом, реально. Твою душу следует очистить. Нихуя он что сделал. Идем, дитя. Эшли, беги. Ебать, качок. Нет! Живо! Блядь, не паникуй! Ну отсюда по факту только бежать. Не мешай мне. О, блядь. Сюда. А, это пизда мне, короче, да? Нет! Не убежал я, получается. Хуёво. Все ваши атаки против него бесполезны, лучше убежать. Все, понял, вопросов нет. Пропускаем и, блядь, бежим. Живо! Ох, блядь. Блядь, он уже сзади. Ну нет, ну блядь. Я просто хочу успеть залутаться, они... хоть чутка, они просто, видите, их можно убивать с одного выстрела. Это вообще имба. То есть с них я сейчас и ПС это залутаю, и порох, и патроны, и что я только, короче, с них... Ну, все, что с них выпадает, по факту говоря, я с них спокойно залутаю. За один патрон всего лишь. Живо! Ой, блядь, ну быстрее иди. Не паникуй! Ну нет, ну блядь, ну что за рофл? Не, короче, ясно, нахуй. Нет! Нет! Короче, хуйня. Я, блядь, не смогу, нахуй. Короче, блядь, на два стула я не сяду, блядь, говоря. По-простому. Живо! Контул, давай. Пошли, да, блядь. Вроде бы цела. Пошли, блядь. Что с тобой? Ну ебаный стыд. Застряла! Как не вовремя.
Слава богу. Повезло. Повезло. Слушай, он ищет тебя. Если снова его встретим, беги. А как же ты? Сделаю, что должен. Чё, ноу пасар? Чё, блядь, какой пасар? Привет, чужак. Надо сохранить сначала, бро. Привет. О, что покупаем? Забирай. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Чем еще? Приходи в любое время. Страшно. Да мне, блядь, тоже, знаешь, не весело, охуенно, блядь. Ну и хули мне делать? Откажись от бесплодной борьбы. Доверь свое тело воле нашего Бога. Херовый ты проповедник, если честно. О, великий владыка! Дай мне силы сокрушить твоих недругов. Твою ж мать. Эшли, беги! Поняла. Остановись. Боже, благодарю тебя за твой дар. Жив, урод. Охуеешь. Уродом и сдохнешь. Чудо. Да, ты тоже из этих тварей. Не, блядь, как его одолеть? Блядь, не уклонился, да. Поймали на ошибку меня. Блять, проебал одну с миной. Да ебать твою рот, блять, не, спизду, убивай меня нахуй. Я не хочу так. Убивай, блять. Я две проебал, две мины. Не-не-не, спизду, блять. Зачем ты прячешься? С миром. Просто вот убей, мы нахуй заново с тобой, блядь, продолжим, как все было. Атакуйте глаз на спине старосты, чтобы оглушить его. Найдите место, откуда. А, откуда вы сможете хорошо. Нихуя, слышу, вот это отлично, подсоска. Страшно. Пропускаем, видели. Узри, чудо. А, ты тоже из этих тварей.
твою мать, дай мне твоему глазу ебаному попасть. Болидному, блядь. Стал. И все, что мне с ним делать? Стрелять по нему просто или что? Неплохо, бро. Блять, а почему он назад улетел? Пизду давай убивайте. Вообще похуй, давай. Эй, давай не распускай клешню. Ты быстрее только. Палки стрелять, типа вот сейчас он достал, допустим, эти хуйни, бочки взрывные, а когда он палки, типа что? Страшно. Ладно, я его сейчас опять победю. Ну, просто тут надо вот так вот сделать. А, ты тоже из этих тварей? И все. И на второй этаж теперь. Мы одной крови. Зачем ты противишься? Ударил. Усос. На, блядь. Поешь, говно.
хватит. Наконец-то, блин. На нахуй, съед говно. Опять мы видели все. Да, в ногах, правда, не. В ногах, правда, нет, блядь. Охуеешь. Я хотел подловить его на моменте, нахуй. Но это он меня наебал, по-моему. Блядь, и я залез, он опять наебал. Ёбаный подлебушки. Понятно. Эй, давай не распускай клешни. Я еще вернуться в целом никак не могу. Нихуя ты чучело, блядь. Ебать ты чучело, я думал ты на первый этаж вообще никак не слезешь, блядь. Бля, такая, такая чучехуила, блядь. Опять, блядь, с твоим глазом ебаным драться, ебёшь ты нахуй. Страшно. Глаз себе зачком, блядь, барашник. А? Кто же из этих тварей? Да, блядь, ну иди нахуй. В прошлый раз я одну, блядь, спокойно сломал. Да, блядь, пиздец. Смерть на древне. Давай. Отлично. Ну я думал, блядь, он...
О, блядь, нахуй я спустился. Вот сейчас хорошо сыграл, ладно. Сейчас надо как-то вот своему против вот такой вот хере сыграть. Да, в ногах правды нет. Нормально? О, отлично. Блять, хуёво. Не, нормально. Сейчас опять. Отлично. Сейчас отлично было. Понял. Эй! Давай, не распускай клешни. Куда я, блядь? Тут его просто... Я не знаю, куда я его тут гнать в таком случае, когда он так нападает. Уберись. Опа. Ну, блядь.
Естественно, попал. Ну, смесь трав зеленых 3 делать вообще мне не имеет смысла. Вот из двух смесь трав в целом смысл имеет. Но у меня пока есть лечебный спрей. Давай, высоси это. Ты, блядь, ты право хотел дать, ну ты вообще уволен. Ёбаный побледушки. Когда он уже взорвется-то нахуй? Бля, ну я так умру скоро, блядь, пиздец. Может, я не в тот момент взрываю эти бочки, не знаю, да? Я взрываю сразу же, как вижу. Да нет, вроде. Дальше он кидать их начинает. А мне не надо, чтобы он кидал их на меня.
зацепился, чумыш. Я думал назад возвращаться, он все-таки в этот угол попер. Уйди, ты уже в какую-нибудь сторону развернись, ты нахуй. Реально что-то не то делаю. По всей видимости, я реально что-то не то делаю. Босс-файт не кончается. Надо их взрывать. Их надо взрывать, очевидно. Вопрос. Сколько их, блядь, взорвать надо? Сколько их надо, блядь, взорвать, я не понимаю. Я сколько уже взорвал? Пилки-то, блять, кончаются, сука, когда он закончится уже?
сейчас ну, именно те доставать сейчас будут взрывные. Такое чувство есть то, что надо эти бочки взрывать в момент, когда он типа наверх. Потому что вот видите вот эти вот штуки, за которые он цепляется. Типа когда он наверх, они будут максимально рядом, и по сути мы их как бы оторвем. Ну вот как сцена такая будет. Ну я так думаю. Теперь уже. Блять, видимо, эта серия будет самая долгая. Ну я, блять, реально нахуй уже пусть знает. Блять, я 10 минут, наверное, блять, как во второй вот этой фазе ебливый, блять. Я 10 минут с ним пиздец и ничего абсолютно, блять. Как же обидно, блять. А, ты тоже из этих тварей? Естественно, блядь, мне как увернуться тогда от этого? Когда ты уже упадешь-то нахуй на коленки, блядь. Зачем ты противишься? Нет, упал. Да, вторая фаза. Правда, нет. Отлично, сейчас хорошо вообще сыграл, вернулся. Считай. Отлично. Распускай клешни. Не жарко? А как тогда? Я думал посередине остаться, типа.
и тогда нормально будет. А оказывается нет, оказывается это в любом случае нахрен не должен. Пекло, а? Давай. Этот грех тебя не отпустят. Священный огонь очистил от грехов. Вот, найс. Я думал, его только бочками надо убивать, типа, можно не тратить на него патроны, стреляя. А оказывается, бочки вообще по сути ничего не наносят, и ты должен по нему стрелять. Леон! Ну это дрофлянка. Магиот. Леон, ты где? Тут все рушится! Передай привет твоему богу. Тут же везде все, я типа залутал. Эй, ты идешь? Ладно, выход. Леон, скорей! А спасибо. Спасибо. Пожар привлечет их внимание. Надо уходить. Леон, скажи, что я не стану такой, как они. Тут сохранится. Я этого не допущу. Я пока что. Клянусь. К сожалению. Идем. Короче. На данный момент идем до ближайшего сохранения, там уже закончим серию. Пока что так. Фильтр, но мы выключаем. Блять. Что происходит? Ну, по крайней мере, теперь нас не догонит. Идем.
Или вы просто не убежите. Тоже как бы. О, глава завершена. Найс. Так, ну что ж, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Ну а продолжим мы с вами в следующей серии. Всем удачи, всем пока.